Совсем скоро наступит праздник, который занимает особенное место в жизни каждого жителя России и Чувашии. Праздник Великой Победы. В этом году дата юбилейная. Со дня победы над фашизмом прошло 70 лет. И к этому мероприятию столица республики подготовилась основательно. По всем Чебоксарам устремился ввысь символ победы – голубь мира. Голуби мира и георгиевскую ленточку можно увидеть в любом городе России. Впервые утверждена единая концепция оформления Дня Победы. Это уберегает многих от ошибок, которые были произведены там далеко в прошлые годы. Вот. Единое оформление дает общее чувство патриотизма всей стране и воспитывает будущие поколения, те, которые придут руководить городом, в правильном русле. Работа по праздничному оформлению Чебоксар началась с конца февраля. Баннеры с символами Великой Победы размещают во всех общественных местах. На право размещения наружной рекламы столичной администрации был проведен конкурс. Выбрали 4 подрядные организации. Эти компании занимаются изготовлением и размещением различных тематических баннеров. За день одна фирма успевает напечатать около 15 плакатов самых разных размеров. Помимо размещения на городских билбордах 3x6, также мы изготавливаем баннеры больших размеров, которые достигают до 100 квадратов один баннер. Большие баннеры размещены на улице Николаева, на улице Гагарина, на проспекте Тракторостроителей. Как отмечают в управлении городской рекламы, основная часть работ по оформлению столицы республики выполнена. Билборды и плакаты с изображением символики Дня Победы уже появились на улицах столицы Чувашии. Некоторые фирмы Чебоксар также присоединились к поздравлениям ветеранов и жителей города. Частные компании, крупные производственные предприятия также социально направлены, не жалеют денег на оформление города, на поздравления горожан. И это все объединяет нас в едином порыве с гордостью и с честью встретить праздник 70-летия Великой Победы. В столичной мэрии не забыли об остановочных павильонах и общественном транспорте. Каждый автобус, троллейбус и маршрутка получили своего голубя мира. Общественный транспорт, троллейбусы, в частности, были обклеены в течение 2 недель с момента получения эскиза до конечного продукта. В данный момент тоже еще ведется работа, то есть все время находимся в движении и заказы еще поступают. По словам сотрудников брендинговой компании, увеличилось количество чебоксарцев, желающих украсить свои автомобили символикой Дня Победы. В этом году у нас особый след патриотизма. Обращается один человек, потом его друг, брат. Таким образом происходит. Очень радует тенденция, то, что у наших граждан очень сильно развито чувство патриотизма. Александр Пашков разместил портрет родного деда, участника Великой Отечественной войны. Решил, скажем так, отдать дань уважения своему деду, который прошел всю войну и вернулся живой. Мы пытаемся, сознательные граждане, вот эти патриотические чувства через вот такие акции, среди особенно детей, наша задача именно детей воспитать правильно, так, как воспитывали нас деды, наши отцы. Центральные улицы столицы Чувашии оформляют композициями с портретами ветеранов. Районные администрации предоставили фотографии участников войны. Московский мост стал одним из первых мест Чебоксар, где появились такие композиции. В рамках оформления городских улиц к 9 мая на видеоэкранах Чебоксар размещены ролики с памятными датами из истории Великой Отечественной. Проводится трансляция поздравлений. Жители столицы республики оценили усилия городских властей. Отлично все. Поддерживаю. А почему? Почему? Ну, чтобы у людей настроение было соответствующее. Вообще, мне все нравится. Мне нравится то, что и администрация нашего города, и люди не забывают про такой великий праздник. Про дедов, которые спасли нам жизнь. Ну, не спасли нам жизнь, без которых мы бы просто не смогли сейчас существовать. Но к 70-летию тут вообще все меняется, все в лучшую сторону, мне очень нравится. Без прошлого нет будущего. 9 мая – главный праздник нашей страны. Важнейший день в жизни каждого из нас. Герои той войны живы до тех пор, пока о них живет память. И лучшим доказательством этой памяти являются улицы столицы республики, украшенные символикой Великой Победы.